Сейчас долгожданная часть нашего видео, вторая. Эксперимент «Жидкая блестящая ручка». Ручки у нас с вами будет две. Одна у нас с вами ручка гелевая, другая обычная. В общем, вам понадобится две ручки. Масло. В чем суть этого эксперимента? В том, что я вместо детского масла буду использовать масло для ароматерапии. Какое вам больше нравится, выбирайте сами. Не знаю, что получится. Мы будем пробовать. Горячий клей. Возможно, клей «Момент Кристалл». Краситель «Морская волна» и оранжевый сок. Пятка 3 мл. Блестки. Другие блестки. Ну и, конечно же, вода. И возьмите какую-нибудь подложку у меня вот из-под холодца. С какой же ручки начать? С этой или с этой? А давайте сначала с простой. Открываем, так сказать. Значит, надо будет этот вход заклеить с помощью горячего клея, либо клей «Момента Кристалла». Наш горячий клей нагревается. Я думаю, что он уже более-менее нагрелся. И можно нанести клей. И быстренько закручиваем. И после этого убираем лишнее. Так, вот мы с вами все приклеили. Сейчас будем засовывать сюда блестки. Блин, так без ногтей останусь, вот серьезно. Кто эти дурацкие банки делает? Вот в следующий раз буду думать, когда брать. Дешево. Вот, смотрите, как не открывается. Короче, ребята, похоже, там склеено насмерть. Китайцы, блин, склеивают. Лишний раз подумайте. Красивая, да. Но я уже все сломала, раскрястала ее, потому что она просто не открывается. Это невозможно. Ее только ломать. Вот, все. Я открыла. Вот таким вот варварским способом. На голубую, наверное, ручку я возьму... серебристые. Надо как-то аккуратненько. Давайте попробуем пипет. Вот, у меня уже что-то там внутри есть. Добавила, мне кажется, достаточно блесток. Вот они у меня. Я хочу теперь добавить еще голубых таких блесток. Мы также пипеткой. И вот так вот. Сколько вы считаете нужно, добавляйте блесток. С голубыми блестками я... более-менее закончила, сколько посчитала нужным. Теперь по вашему вкусу и, ну, как бы по моему, да, добавляем блёст. Я уже засунула пару звезд. Я добавляю серебряные звездочки. В общем, ребят, я не знаю, фиолетовые звезды какие-то слишком толстые, они туда не залазят. Вами мы будем, я выберу, наверное, пихту. Будем с вами пихтовое масло добавлять. Сначала идет масло, потом идет вода. И надо промыть пипетку. Смотрите, она вся в блестках. Берем пипеткой. Думаю, вот смотрите, сколько у меня. 1 миллилитр. Я думаю, что столько вполне должно будет хватить. Что-то, по-моему, многовато. Что-то я, по-моему, переборщила. Ну да ладно. Продолжим. А пахнет-то как пихтой, приятно. Сейчас мы берем воду и наполняем тоже где-то на 1 миллиметр пипеткой. Сейчас, что нам нужно сделать? Нам нужно засунуть... Ой, лишнее. Лишка. Я слишком много добавила. В общем, ребята, не знаю, я очень много пыталась. У меня ручка обратно просто не заходит. Хоть обрезай ее, вот серьезно. А может, и правда обрежу сейчас. Думаю, вот настолько. Оп. Мы с вами обрезали ее. А вот сейчас она идеально заходит. Нам сейчас надо будет с вами... Можно еще добавить, я думаю, блесток. Потому что что-то у меня все вывалилось оттуда. И добавить еще немного, наверное, воды. Я хочу заклеить вот это место... горячим клеем, потому что у нас с вами сама вот эта штучка, она теперь короткая. Ношу горячий клей. И делаем так, чтобы она 100% никуда не... Дальше мы ее засовываем сюда. Теперь мы с вами будем проклеивать вот это место. В общем, наша с вами ручечка готова. Я думаю, эксперимент можно считать, в принципе, успешным. Да? Как вы считаете? Мы переходим ко второй ручке. Теперь она у нас
Как видите, гелевая. Тут больше места, чем тут. Тут она поменьше. Отверстие само поменьше. А здесь у нас с вами побольше. Может, даже пойдут фиолетовые звездочки. Вот. Делаем то же самое, в принципе. Я вам покажу вкратце. В прошлый раз я наливала... Сначала я блестки, да, туда добавляла, а потом уже наливала масло. В этот раз я сделаю наоборот. Включаем горячий клей. Ну что, у меня пистолет горячий накрылся. И я замазываю это отверстие. Берем снова пихтовое масло. Я в этот раз взяла масло поменьше, 0,5. Если что, добавим. Вон, смотрите, сколько масла уже. 0,5. Видите, как много? В принципе, и 0,5 хватит вполне. Я решила использовать зеленые блестки. Берем зеленую посыпочку. И вот так вот аккуратненько будем засыпать. Я посчитала, что этого будет достаточно. Сейчас мы с вами добавим звездочки. Я добавляю фиолетовые. Наверное, возьму еще серебряных снова, потому что они очень красиво будут смотреться. Ну вот, смотрите, я заполнила. Пока что непонятно, насколько много там. Я не буду забивать слишком много. Мне хочется, чтобы вот можно было, чтобы оно перетекало и было видно звездочки. Как вы думаете, какой краситель я использую? Оранжевое солнце или морскую волну? Напишите в комментарии. Сейчас мы с вами будем добавлять краситель. Я предварительно помыла пипетку. Я выбрала все-таки морскую волну. Смотрите, какая она красивая. Такая зеленочка. Пару капель буквально я добавлю. Вот. Видите, сколько я всего красителя взяла? Вот такой. Смотрите, какой цвет. Такой зеленый-зеленый. Красиво. Теперь мы с вами берем воду. Сколько-то нибудь воды мы добавим. Она с вами даже не заходит просто-напросто. Потому что там слишком много, видимо, блесток. Я так понимаю. Может, поэтому блестки не используют вот такие вот крупные. Обрезаем. Я обрезала вот столько. Попытка вторая. Я не знаю, у меня потом руки-то вообще отмоются. О, смотрите, закрывается. Теперь нам нужно, самое главное, это все приклеить. Берем горячий клей. Размотаем немножко тут. Вот буквально на конец, потому что если сделать и выше, у меня как с прошлой ручкой пришлось даже не дожать. Аккуратненько прокручиваем до конца. Успейте максимально закрутить, потому что иначе потом он скрепит, и фиг вы куда что оттерете. Вот. Да, вот все, клей, смотрите. Ну-ка. Блесточки видно. Блесточки, правда, только тут видно. Ну, конечно, я думала, что она будет прям переливаться. Ручка вполне себе рабочая. Хотите, я даже проверю. Пробуем написать такой ручкой. Как видите, все пишет. Эта ручка получилась. Смотрите, какая красивая, яркая. Тоже. Тоже можно. Ну и знаете, эти ручки не сильно-то и так, в принципе, пишут хорошо. Сами знаете, что такое дешевая ручка. Но она тоже пишет. И достаточно хорошо. Вот такие у нас с вами две ручечки получились. Одна вот такая зеленая, вторая вот такая вот серебристая. Эксперимент, я считаю, удался. Как считаете вы, напишите в комментариях. Я не знаю, как у остальных лично блогеров, но для себя я заметила, что вот эти вот места, они очень сложно проклеиваются. Чтобы их вот они не протекали, ни то, ни сё. Вот лично у меня, видите, вот даже вот не до конца доклеила, опять же. Но вот когда вы будете вот это вот место, получается, заклеивать, будьте предельно аккуратны. Я рада, что вы присутствуете на моем канале.
подпишись, ставь лайк, нажимай на кнопку колокольчик. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!